Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассказал об отношении знаменитых российских певиц к народу. Он признался, что выпад Аллы Пугачевой о холопах и рабах его не удивил. Российские звезды, в том числе из числа многократно заслуженных, относятся к публике и обычным людям крайне пренебрежительно. Норкин заявил, что узнал об этом от сотрудников концертных залов во время гастролей с программой «Другой формат». Ведущий в студии НТВ рассказал об одном из эпизодов, подтвердивших подобное отношение. Называть имя певицы Норкин не стал, но уточнил, что она по-прежнему в России и дистанцируется от политических высказываний. «Я не буду сейчас называть фамилию, потому что это тоже весьма и весьма заслуженная артистка. Она никуда не уезжала и, по-моему, даже ничего такого не говорила. Так у меня жизнь сложилась, я езжу по стране, выступаю на тех же самых площадках. Может, не на самых крупных, я еще пока начинающий волшебник, я еще пока паж. И вот эта, которая ничего не говорила, подходит к кулисам, а в зале уже зрители сидят, осталось минуты две. Она смотрит, тихонечко выглядывает, и говорит сама себе с помощником, а люди, которые работают на этих площадках, все слышат, ну что весь быдляк-то собрался, и ее никто не оскорблял, люди вообще с цветами пришли, потом она будет эти цветы принимать, что-то говорить», — сказал Норкин. Телеведущий заявил, что в этом контексте не был удивлен скандальным высказыванием Пугачевой. После очередного отъезда из России 73-летняя певица объявила недоброжелателей холопами и рабами, сделав вид, что счастлива в связи с неприязнью от подобных людей. По мнению Норкина, Пугачева всегда была такой, а считавшие иначе не знали правды либо закрывали на нее глаза. «Выплеснулось то, что было всегда. Просто мы этого не знали или не хотели знать», — подчеркнул Норкин.